Стоишь? Опять? Прапорщик, ну что, ну не бойся, ну смотри, я даже не психую сегодня, в настроении, стрелять не буду, ну чё ты, вылазь. Здравия желаю, товарищ полковник. Ага, здравия желаю, явился, не запылился. И что тут робишь? Изучаю топографические карты, товарищ полковник, так сказать, ориентируюсь на местности. И тебя с Новым годом. И вас с 8 березня. А вы что тут робите, товарищ полковник? Та так, прапорщик, ты ж знаешь, що я взял калаша, пішов по гриби, іду, хуй, танк стоїть. Думаю, це ж прапорщик, кореш мой тут сидить, да? Светка где? Не могу знать, товарищ полковник. Угу. То есть по-хорошему ты не хочешь, да, прапорщик? Товарищ полковник, я серьезно вам говорю. Ага. Вы же и туди, как нахуй послали счастье, она собрала манатки та попадывала к матери, сейчас в Вишгороде. Ага. Прапорщик, а что ты тут робишь тогда, скажи мне? Вот что ты тут стоишь? Бензин кончился. Ага. Кризис, жду бензовоз. Ага. Два дня уже ты стоишь, да? Прапорщик. Ты же знаешь, что в наших войсках у нас связь работает очень быстро. Мне же уже все доложили, что два дня уже какой-то танк стоит, музыка на весь лес, шашлыки жарятся, громкие поцелуи, а? Полковник, ну, та брехня. Брехня, да? Светка, Светка, вылазь. Светка, а я ведь не шучу! Светунчик! Да нема тут света, полковник! Светунчик, любовь прошла, вылазь, я в глаза твои хочу подивиться, а? Светка, а я ведь шмальну сейчас в танк! Вылазь, я сказал! Я же вам сказал, полковник, никакой светой тут не пахнет. Жора, залазь назад. Прапорщик, нихуя себе ориентация на местности. Це ти так орієнтувався, що орієнтацію поміняв, чи що? Товариш полковник, армія готується до форматів НАТО, так сказати, за границею це вже давно прийнято. В армії США навіть привітається, я так сказати, внедряю. Я тебе, повнедряю? Я тебе повнедряю? Ах ти, стидомурник, ти хоч би вуса витер!